Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Про Цветок. Озимая сурепица наряду с другими крестоцветными сидеральными растениями, такими как горчица, рапс, редька масличная, является ценным сидеральным растением, обогащает почву органическим веществом. Выделение корней сурепицы, как и других крестоцветных растений, хорошо этим известна горчица, но на самом деле и другие крестоцветные растения тоже делают такие корневые выделения, которые, если не полностью избавляют почву от почвенных нематод, то в значительной степени уменьшают численность паразитических нематод и снижают уровень повреждения последующих культур этим вредителям. Для растений чувствительных к нематоде, таким как огурец в особенности, земляника, клубника, многие овощные другие растения, но вот огурец, томат, баклажан, перец, а из ягодных земляника, они наиболее чувствительны к нематоде. Ну, лук, чеснок и многие другие на самом деле тоже. Так вот, для них прекрасным предшественником являются крестоцветные сидераты, ну, в том числе сурепица. Сурепица не лишена особенностей, если не сказать недостатков, других крестоцветных сидератов. Прежде всего, это связано с тем, что крестоцветные сидераты практически не формируют микоризу и являются такими довольно не самыми дружественными растениями для почвенной микрофлоры. Нельзя сказать, что они хорошо поддерживают микрофлору. Существуют различные специальные бактериальные препараты, тестированные на крестоцветных, на рапсе и так далее, на дружественность ризосфере. Они являются основой многих белорусских биологических препаратов для защиты растений. Но это не недостаток, это скорее такая особенность. Кроме того, для того, чтобы сурепица и другие крестоцветные сидераты стали хорошим сидеральным растением, они требуют высокого уровня минерального питания. Они в меньшей степени мобилизуют питательные вещества из почвы, как, например, рожь, и в большей степени переводят минеральное вещество в органическое и при запахивании обогащают почву органическим веществом, способствуют гумированию почвы и, соответственно, улучшают плодородие почвы. А если говорить о плодородии, то совокупность всех признаков, которые влияют на благоприятное развитие растений в почве. Поэтому в любом случае они улучшают плодородие. Для того, чтобы крестоцветные сидераты, в том числе сурепица, стали наилучшим сидератом, их лучше всего смешивать с озимой рожью. Вот смешанные посевы крестоцветных сидератов с озимой рожью являются превосходнейшей комбинацией для того, чтобы стать действительно наилучшим предшественником для ваших растений. Рожь в полной мере компенсирует те недостатки, которые имеются у сурепицы, и у горчицы, и у редьки масличной, как у сидератов. Если вы сможете прибавить к этой смеси еще и озимую вику, то в этом случае вы получите идеальный сидерат для любого участка. Поэтому крестоцветный компонент рожь и бобовый компонент зима, озимая вика являются просто прекрасным способом улучшить почвенные условия на своем участке. Только не находитесь в заблуждении, не думайте, что под сидераты не требуется внесение питания, будь то органическое питание или минеральное. В любом случае подкормить сидераты, как и любые другие растения, необходимо, чтобы они действительно сформировали хорошую, богатую органическую массу, и для того, чтобы они в полной мере выполнили свои функции. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, надеюсь, наши советы помогают вам вырастить богатый, здоровый урожай и с удовольствием. Всего хорошего!